Бандит Вольного тащится от Байдена и хочет в свою спальню его великий образ, образ честности и демократии. Все пранки, которые когда-либо были мной записаны, доступны теперь в пранк-шоу. А работает пранк-шоу как на телефоне, так и на компьютере, даже на холодильнике или на телевизоре. Свежие пранки каждый день в архиве, более 3000 пранков. А самое главное, гибкие тарифы и кэшбэк до 20%. И то, чего вы не получите нигде. Полное отсутствие цензуры. Пранк-шоу – место, где тебе сделают хорошо. Алло, Ярослав? Да, да. Здравствуйте, это Елена Дефо вас набирает. Скажите, пожалуйста, с вами связались наши сотрудники? Вы заказывали звонок. А кто, простите, это? Это Дефо Мебель. Вы заказывали через сайт... А, нет, пока не звонили. Нет, не звонили. Так, тогда вот я сейчас набираю. Вы оставляли у нас заявку на звонок? Да. Чем я могу вам сейчас помочь, чтобы подсказать, что вас заинтересовало? Ну, мне нужен конструктив мебели. Конструктив мебели – это что вы имеете в виду? Ну, проект мебели, который у меня будет дома стоять. Вы имеете в виду проект мебели офисный или вы домашней мебели? Домашний. Спальню хочу. А домашнюю? Спальню. А нарисовать, наверное, вряд ли я смогу вам, да? То есть я не знаю просто, какая у вас интересная. Не, у меня уже нарисовано, мне надо померить просто. Померить. А вы уже выбрали по ссылке какую-то нашу спальню? Да. А название есть какое-то? Нет, названия у меня нет, но очень красивая мебель. Единственное, хочу, чтобы вся мебель была с портретами Байдена. Так, тогда что вы от меня? Что мне нужно сделать для вас? Ну, я хотел спросить, можно ли сделать так, чтобы вся мебель в моей спальне была с портретами Байдена в полный рост? Вы имеете в виду зарисовать? Ну да, нарисовать или там еще как-то, не знаю, каким-то другим любым способом это сделать. Я просто хочу спать в окружении Байдена. Я буду чувствовать так себя спокойно, что меня кто-то охраняет, что у меня в спальне демократия, что все у меня в спальне решается путем простого голосования. Так, хорошо. Вы свою электронку и размеры вашей спальни можете прислать мне на электронку? Да я вот, у меня с математикой проблемы, я очень плохо меряю. Вот мне нельзя прислать какого-нибудь замерщика? Ну, можно, конечно. Но, в принципе, как бы вы, наверное, знаете приблизительно ваши размеры вашей комнаты? Где вы, ну, приблизительно посетить? Знаю, да. 4 на 5 квадратных метров. 4 на 5. Вам не сложно, например, Вайбер мне скинуть, где именно расположена дверь и окно? Я могу сбросить, но попозже. У меня нет Вайбера, у меня есть WhatsApp, но он на компьютере. Пожалуйста, мне можно и на WhatsApp. Мне нужно просто понимать, какой размер и где расположение идет окон, двери. Вот. И... Да. Нет. А портреты Байдена возможны? Вот реально, вот честно скажите. Это реально? Портреты нет, наверное, скорее всего. Мы только можем вам предложить мебель. Ну, почему? А без конструем сделать портреты, например? С помощью затемнения стекла? Нет, мы можем вам предложить только нарисованную мебель, да, то есть, ну, которую я могу вам разрисовать, и расставить ее так, чтобы вам было комфортно. Может, у вас партнеры есть, которые рисованием мебели занимаются? Нет, я могу вам в 3D в нашей программе нарисовать.
Ну, а потом, когда будете изготавливать мебель, можно мне там все портретами Байдена выложить? Нет. Ну как нет? А можно голова Байдена? Нет. Почему? Ну, у меня такой фетиш. Клиент же всегда прав. Ну, вы правы. Я вам могу предложить только мебельный вариант. Алло? Ну, подумайте, может быть. Но мне нужна именно такая спальня, чтобы она была вся в Байдене. Ну хорошо, давайте я вас тогда перенаберу. Давайте. Хорошо. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Мы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш анус. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного. Мы повсюду, нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного. Мы бандиты Вольного.